Что делать, если лес, в котором вы находитесь, загорелся? Какие профилактические меры нужно принять, чтобы это не произошло? На Колыме частая причина стихийного возгорания – сухая гроза. Немалую роль играет в пожарах и человеческий фактор, как говорит статистика пожаров России. В этом году в Магаданской области наблюдается значительное снижение возгораний. Однако действует особый противопожарный режим в нескольких городских округах региона. Хасынский, Сорениканский, Ивенский и Ягодное. Там, где существует сейчас у нас угроза возникновения, наиболее вероятная, да, природных пожаров, у нас введен особый противопожарный режим, который вводит дополнительные меры пожарной безопасности, которые обязаны соблюдать граждане, юридические лица, ну, организации, независимо от принципа на правовых формах, также иностранные граждане в том числе. Вот. Ну, также органами местного самоуправления на постоянной основе проводится работа по профилактике пожаров. Непотушенная сигарета, горящая спичка, стеклянная бутылка – все это может спровоцировать стихийное возгорание. Поэтому для того, чтобы избежать пожара, нельзя оставлять в лесу самовозгораемый материал, выжигать сухую траву, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. А если вы все-таки увидели, что огонь разгорается, необходимо позвонить пожарную охрану по телефону 01 или службу спасения 112. Кроме того, нужно предупредить всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасности. Зоны. Пламя небольших низов пожаров можно сбить самостоятельно, залить водой, затоптать ногами или забросать влажным грунтом.